его учитель, доцент Ереванской консерватории Гурген Саркисян сидит в зале, и я прошу его приветствовать. Тоже лауреат многих музыкальных состязаний и на золотом щелкунчике проявил себя с наилучшей стороны. Вы сейчас услышите произведение французского композитора Ардана, который писал специально для трубы. Весь репертуар трубачей состоит, может быть, даже наполовину из произведений француза Ардана. И сейчас вы услышите Даниэла Мелконяна и пьесу Ардана «Венецианский карнавал».